Итак, горячая линия с Габдуллиным по вопросам ЖКХ. Как в Кремль не дозвониться? Горячая линия происходит как-то не так. Так, мы не смогли дозвониться. Пошли на прямой контакт в редакцию «Красное знамя». Так, время без 15:05, несмотря ни на что, люди не могут дозвониться почему-то, хотя встреча проходит, то есть встреча как вот телефонная. Не знаю, но там женщины звонят, все звонят, а почему-то вы не можете дозвониться. Значит, мы идиоты, я не знаю, что можно. Значит, мы идиоты, вопросы подготовлены. Там я бы не сказал, что там, я бы не сказал, что там телефонная трубка разрывается от звонков. А почему нас занято все? Номер другой, может, там? Не знаю. Разведитесь. Номер 4-39-50. Извини, номер не тот даже. Ага. Четыре телефона не могут дозвониться. Четыре телефона, пытаемся дозвониться, никак не можем дозвониться. Ну, как мы заметили, в кабинете, где идет само мероприятие, там паузы очень большие, звонков я бы не сказал, что телефон постоянно занят. Но мы разобрались, почему не можем мы дозвониться, потому что у нас очень дешевые телефоны. Тут нужен только iPad, iPhone, да? Да. Ну хотя бы Samsung Ice или Galaxy Tab. Или BlackBerry там. Какие там за 90 тысяч. Короче, телефоны не формат. Вот так вот. Простому народу нет нигде доступа. Вывод такой, что линия идет по своей, как говорится, со своих телефонов звонят. Заданные вопросы уже в сценарии. Подготавливают сценарии, блин, какие-то делают. Номер, как всегда, занят. Больше. Ну, очередная ложь. Показуха. Показуха. Открытая республика, проект. А вы там были? Там был. Ну, короче, облом.
Горячая линия совсем не горячая, оказалось. А заказная. Ладно, пойдем расстраиваться дальше. Хорошо.